Время для новостей Донбасса. В студии Юлия Миншакирова. Здравствуйте. Обострение военного конфликта и новые жертвы. Одна женщина погибла и 3 человека получили ранения во время утреннего обстрела Червоногвардейского района Макеевки. Снаряды разорвались возле здания 5-й горбольницы. Позже один из пострадавших скончался в реанимации, сообщают местные жители. Поступает информация об обстреле школы номер 32. Дети и учителя были вынуждены спуститься в убежище. На данный момент известно, что повреждены 6 частных домов, 2 котельные и школа. Данные уточняются. Авдеевка под огнем артиллерии уже вторые сутки. В пресс-центре АТО сообщают, сегодня погибли 2 военных, 5 получили ранения. Снаряды залетают и в частный сектор. Накануне на окраине города ранило 3 мирных жителей. В результате интенсивных боев Авдеевка осталась без воды и света. Детальнее наши корреспонденты. Ситуация возле Авдеевки остается напряженной. Огонь по промзоне не прекращается 4-е сутки подряд. В результате обстрелов пострадали 3 мирных жителя. 2 из них доставили в Днепров, в клиническую больницу Минимечникова. Пенсионерка 58 лет рассказывает, ранение ноги получила, когда вышла за дровами. Ее состояние стабилизировали. Сейчас она в сознании. Я пошла за двор, там у меня дерево. Нет. Пострадавший мужчина 40 лет попал под минометный обстрел в промзоне. Сейчас он находится на искусственном аппарате дыхания. Врачи пока никаких прогнозов не дают. Вместе с мирными жителями в больницу Днепра доставили 1 военного. Серьезное черепно-мозговое ранение, осколок в голове и ранение брюшной полости с повреждением тонкого кишечника, печени. Женщина, пенсионерка 58 лет, со слов ранения получила, находясь дома. У нее перелом бедра. В Авдеевке второй день нет света и воды. Снарядами перебита электроопора и поврежден водопровод. Из-за перебоев со связью Госкозначейство временно приостановило обслуживание платежей в городе. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Возобновить жизнедеятельность Авдеевки пока невозможно. Бои продолжаются. Виктория Потапова, Юрий Гула, телеканал «Донбасс». Весь день сегодня содрогался и Киевский район Донецка. Есть разрушения. Местные жители в соцсетях пишут, повреждены фасады и окна жилых домов. По предварительным данным, среди мирного населения пострадавших нет. Ситуация обострилась и на мариупольском направлении. Под огонь реактивной артиллерии в минувшие сутки попала Толоковка. В окрестностях города разорвалось 2 десятка ракет, сообщают в СНБО. Более сотни мин было выпущено в районе Красногоровки. Вблизи Павлополя и Широкино работала бронетехника. Всего за сутки вдоль линии соприкосновения зафиксировано более полусотни обстрелов. Там не ходят. Пропало в них. В Краматорске остановились троллейбусы. Причина – тройное ДТП в центре города. Очевидцы аварии рассказывают, внедорожник «Мазда» пытался по тротуару объехать мусоровоз и влетел в опору линии электропередач. От удара столб начал падать на грузовик с мусором. Тот, сдавая назад, зацепил «Жигули». В управлении патрульной полиции заявляют, водитель «Мазды» в присутствии правоохранителей выпил алкоголь, чтобы скрыть свое состояние во время движения. За это ему грозит штраф или административный арест на 15 суток. За распитие спиртного в присутствии правоохранителей. Видом подтверждается, горит автомобиль Mazda CX-7, который столкнулся с столбом электропроводки. Как слышно, прием. Я вас поняла, пострадавших нету? Пострадавших нету. Ну, стояли на светофоре. А эти ребята пьяные по правой стороне неслись. Ударили столб начал падать. Грузовая стала сдавать назад и меня ударила. В Дружковке владелец местного пивбара избил школьника. Четвероклассник попал в больницу. За что взрослый мужчина расправился с ребенком и в каком состоянии мальчик сейчас, выяснял Алексей Куделя. Сегодня Сашу перевели в общую палату. На больничную койку четвероклассник попал с закрытой черепно-мозговой травмой. Мальчик, говорит, с друзьями возвращался домой с занятий, когда на них набросился мужчина. Он выскочил из местного пивбара, мимо которого проходили школьники. Мальчик один кинул в машину снежок. Хозяин вышел и меня словил и бил до моей школы и бил. По всей голове бил. Мать школьника говорит, мужчина продолжал себя вести агрессивно и в ее присутствии. В выражениях не стеснялся. Как он сказал, кого поймал, того и отлупил. Я с этими уродами и ублюдками буду разбираться сам. Когда я у него уточнила, почему вы не вызвали милицию и не пригласили родителей, чтобы обсудить эту ситуацию. Я сам, мне это не надо, я сам буду разбираться с этими уродами. И продолжаешь оскорблять и меня, и моего ребенка. Ребенок в это время продолжал просто рыдать. Светлана написала заявление в полицию, но в том, что следствие будет объективным, сомневается. Говорит, предприниматель хвастался родственными связями в полиции и местном военкомате. Он говорит, мне ничего не будет, я не боюсь, потому что один у меня сидит в милиции, а второй в военкомате. Ты понимаешь, что мне ничего не будет, мне плевать на то, что ты делаешь. Пообщаться с владельцем питейного заведения нам не удалось. Сейчас оно закрыто. Правоохранители же заверили, расследование проведут по всей строгости закона. Для этого дело из Дружковского отдела полиции уже перенаправили в Краматорск и назначили нового следователя. Нема чому переживати. Діло, це дана справа на контролі керівництва як відділу Краматорського, так і обласного. І все залежить від експертиз, показів свідків і буде максимально якісне і прозоре розслідування. Сейчас состояние Саши врачи относят к средней тяжести, однако стабильным его назвать не могут. Медики опасаются, что нанесенные ребенку травмы могут спровоцировать серьезные заболевания. У ребенка есть еще не генетическое заболевание. Это дополнительные опухолеобразные образования в головном мозге. Пока они сидят у него, так сказать, в таком сонном состоянии, а любая травма может спровоцировать рост этих образований, что поведет потом впоследствии к тяжелому состоянию ребенка. Инцидент полиция расследует по статье нанесения легких телесных повреждений. Мужчине, напавшему на ребенка, может грозить до 2 лет тюрьмы. Алексей Куделя, Игорь Монастырев, телеканал «Донбасс». Взрыв на территории больницы в Славянске. Он прогремел во дворе травматологического отделения накануне в половине 6 вечера. В этот момент в нескольких десятках метров шла колонна людей, участников факельного шествия. Подробности в нашем следующем сюжете. Главная медсестра Славянской горбольницы Нина Чуйко одна из первых приехала на место взрыва. Медик говорит, в хирургическом и урологическом кабинетах повылетали стекла. Из медперсонала и пациентов никто не пострадал. Отделение в воскресенье не работало. Открыв кабинет, мы поняли о том, что сильных таких повреждений, которые касались бы завтрашней работы, то есть работы кабинетов хирургического, нет. По данным полиции, буквально в 100 метрах от взрыва проходило факельное шествие, посвященное памяти героев Крут. Опасаясь возможных провокаций, в Славянской мэрии шествие хотели отменить, даже иск в суд подали. Это все, считаю, провокациями. То есть люди не местные приходят, призывают участников акции, я считаю, к незаконным действиям. Соответственно, видя все это, хотелось упредить. Однако Фемида провести мероприятие все же разрешила. Сами организаторы каких-либо версий о случившемся не выдвигают. Вибух был метров 40 від колони. В нашій колонії вони були присутні діти, жінки. Тобто так, всі, звичайно, дуже злякалися. Чи то якась провокація була, чи що, то все буде вияснювати поліція. Личность подрывателя сейчас устанавливает полиция. Сотрудники больницы говорят, видели на месте взрыва подозрительного мужчину. Что в кардиологическом отделении этот взрыв тоже слышали. И девочки, которые находятся в Пите, они видели это факельное шествие, которое и шло. И убегал какой-то мужчина, который вот здесь во дворе находился. На работе Славянской больницы инцидент не сказался. Медучреждение работает в штатном режиме. Мария Сергеева, Сергей Чекрыгин, телеканал «Донбасс». Ни дня без лекарств. В свои 1,5 года Артем не ходит и без приема медикаментов никогда не сможет сделать свой первый самостоятельный шаг. Денег на дорогостоящее лечение у семьи из Макеевки нет. Как спасти малыша, узнавала Татьяна Блинова. Путь с 9-го на 1 этаж Дарья Дробот с сыном на руках преодолевают по несколько раз на день. Вот так вот мы выходим гулять. Гуляют не больше 10 минут. Женщине сложно носить полуторагодовалого Артема. В полгода мальчик даже не пытался переворачиваться. Тогда мама забила тревогу. И мы столько этих обследований прошли, и МРТ головного мозга, в общем, все, что только можно. Гипоксия плода во время беременности. Вынесли вердикт врачи. Поставить ребенка на ноги могут специальные препараты, а приобрести их не на что. В надежде на чудо Дарья обратилась в гуманитарный штаб Рината Ахметова. Смотрю эти сюжеты, где рассказывают о благотворительном фонде Рината Леонидовича. Попробовала набрать горячую линию. Помогут, не помогут. В течение 2 недель Артем получил необходимые лекарства. Ежедневные инъекции помогают укрепить мышцы. В шею кололи, в спину кололи, в ножки кололи. Первый курс лечения уже дал результат. Благодаря вот этому медикаментозному лечению сели, уже ползаем, идет прогресс. Нам дают хороший прогноз, и до 3 лет мы должны нагнать все. Для таких детей, как Артем, очень важно своевременное лечение и забота. Хочу выразить огромную благодарность Ринату Леонидовичу за то, что помог нам в приобретении этих лекарств. Нашему ребенку они очень необходимы. И вообще, огромное спасибо, что вот он действительно заботится о простых гражданах. Семья также получает продуктовую помощь гуманитарного штаба для взрослого и ребенка. Кашу мы любим очень манную. Манка у нас с набора, который выдает нам фонд Рината Леонидовича. За 2,5 года работы штаб Ахметова роздал мирным жителям по обе стороны линии соприкосновения 11 миллионов 237 тысяч наборов выживания и спас более 1 миллиона человеческих жизней. Татьяна Блинова, Даниил Киреев, телеканал «Донбасс». Фальшивый мед на прилавках, подделки и на базарах, и в больших супермаркетах. Как понять, где настоящий, а где липовый? Советы пчеловодов в следующем сюжете. Юрий занимается пчеловодством 37 лет. Только с одного улья мужчина получает до 100 килограммов меда ежегодно. Советуют, как отличить натуральный продукт от фальсификата. Розколотить мед, чи буде осадок, додати йод, колір міняє. Добавляли крейду, це тоже кислотою можно было найти. Но, говорит пасечник, на глаз или на вкус определить натуральность меда невозможно, только в лаборатории. Ветеринарный паспорт. Без него не можно продавать мед на базаре, через то, что проходить анализы. Только по ветеринарному паспорту надо сдать бджол на анализы, потом мед сдается. А мед, который расслаивается в банке, пчеловоды называют незрелым и считают фальсификатом. Он съедобный, но менее полезный, чем зрелый. Такой мед долго не хранится и может забродить. Рекомендуется проверять зрелость меду отак, как он ложится. Он має тако ложиться, а не текти, как вода. Раньше зрелость меда проверяли химическим карандашом. Сегодня придумали специальный прибор – рефрактометр. Можете подивиться? Права шкала, і там синє, і біле. На якій цифрі воно стає? 16, менше 15,5. Зрілий мед рахується, якщо в його вологість 21%. Дуже зрелый мед. Развенчивает пасечник и устоявшиеся стереотипы относительно хранения меда. В медові находятся биологично активные речовини, це ферменти, витамины. И при більш низькій температурі процесс розпаду їх уповільнюється, вони довше зберігаються. Через то правильне збереження меду – це холодильник до 10 градусів. Кстати, кристаллизованный мед не является суррогатом, говорит Юрий. Если мед засахарился, скорее всего, он содержит большое количество цветочной пыльцы. Еще один совет от опытных пчеловодов – не покупать продукт в 3-литровых банках, так как там под верхним слоем меда бывает обычный сахарный сироп. Юлия Раенко, Роман Рамус. Специально для телеканала «Донбасс». На этом прощаюсь. Увидимся, как обычно, во время новостей «Донбасса». Берегите себя и близких.